Привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю такое видео, как школа против конюшни, то есть ситуации школьные против ситуации конюшенных. В общем, это все понятно. И да, это видео из серии Back to School, я считаю. Но самое гениальное это то, что мы его выложили чуть ли не посередине сентября. Да, хорошо. И да, это видео я снимаю не одна, а с Ксюшей. И поэтому после просмотра моего видео переходите по ссылке в описании и смотрите продолжение этого видео на ее канале. Блин, опять эта школа, чтобы она сгорела. Господи, я опаздываю. Надеюсь, еще не всех лошадей раздали. Надеюсь, я не опоздала. Надеюсь, я смогу еще поесть на любимке. Господи, пожалуйста. Где же? Слушай, ручку не одолжишь? Ну, пожалуйста, я свою дому забыла. Я не вру, пожалуйста, дай мне, мне очень нужно. Попроси еще у меня что-нибудь. Черт. Слушай, не одолжишь свои щетки? А то я свои дома оставила. И вообще они грязные. Пожалуйста, можно твои щетки? О, спасибо тебе большое. А нагавки? У тебя есть нагавки? Спасибо, я обязательно их помою. Спасибо большое, я обязательно помою. Спасибо, ты меня так выручила просто. Спасибо. Завтра экзамен, а я совершенно не готова. Надо готовиться. Срочно нужно готовиться. Первые мои в жизни соревнования. Надо всем написать. Ведь они-то не едут, а я-то еду целых 70 сантиметров. Ой, а что если я не проеду? Это же будет позор, это будет кошмар. Нет, это будет кошмар, если я не проеду 70 сантиметров. И ведь это ведь такая высота для меня сейчас. Господи, пожалуйста, пусть я проеду. Блин, надеюсь, мама не заберет меня из конно-спортивной школы из-за того, что я упала. Алло, мам, мама, я, короче, сегодня упала, и у меня очень сильно болит голова. Пожалуйста, не надо меня забирать из конно-спортивной школы, я тебя очень прошу. Ну, мам, пожалуйста, подумаешь, один раз упала, ничего страшного не будет. Ну, мам, ну, пожалуйста. Алло. Ну чё, как дела, как оценки? Да нормальные оценки. А чё такой грустным голосом говоришь? Чего? Да нормальным голосом я говорю. Что, двойка? Ничего я не грустная. Не ври. Кто тебя научил врать? Да правда, у меня нету двоек. Мам, у меня нет двоек. Ты мне не веришь? Хорошо, не верь. Придёшь домой, дневник сама приду посмотришь. Приду домой, проверю. Понятно. Всё, пока, мам. Да, каникулы, наконец-то, господи, я так долго этого ждала, целых полгода, да, о да, наконец-то я отдохну, наконец-то каникулы, самое время не возвращаться домой до часу ночи и проводить его на конюшне с моим любимым конем, господи, наконец-то, я так долго этого ждала, господи, на конюшню, скорее! Слушай, дай ручку. Спасибо большое. Еще что тебе дать? Еще на ком ты хочешь поездить? Если ты хоть пальцем его тронешь, я тебе голову оторву. Ишь, что захотел? На коне моем поездить. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что мы с Ксюшей очень старались. Поэтому почему бы не поставить палец вверх и подписаться на наши каналы. И также не забудь перейти по ссылке в описании и просмотреть продолжение этого видео на канале Ксюши. Всем пока!